В Иркутской области за минувшую неделю зарегистрировано свыше 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Примерно две трети пациентов – это дети до 14 лет. Как сообщают в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, пока этот показатель находится ниже эпидемического порога. По словам специалистов, самой эффективной мерой профилактики болезни остается вакцинация. На сегодняшний день в Приангарии привито уже более 400 тысяч человек.